Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Немножко выбились из графика нашей работы. Постараюсь восстановить, догнать темп. Можно попросить, пожалуйста, вывести на экран таймер? Спасибо большое. Значит, на протяжении последних 20 лет отмечается положительная тенденция к снижению показателей одногодичной летальности больных раком легкого. Данные изменения могут быть связаны с тем, что совершенствуются методы оказания помощи больным онкологическому профилю, совершенствуются методы лучевой диагностики, выявляются опухолевые процессы на ранних стадиях развития. Постараюсь суммировать вышесказанные доклады в коротким тезисными моментами, описывающие возможности всех пяти методов лучевой диагностики в оценке первичной диагностики, в оценке степени местного и регионального распространения рака легкого. На сегодняшний момент в нашей стране, к сожалению, до сих пор методом первичной диагностики рака легкого является рентгенологический метод, хотя доказано, что выполнение профилактических флюорографических исследований не продлевает жизнь больных раком легкого. Кроме того, метод не позволяет дать оценку степени местного распространения рака легкого, что является важным моментом в планировании хирургического или другого лечения больных раком легкого. Как сказали предыдущие доклады, методом компьютерной томографии на сегодняшний момент оценивается степень местного и регионального распространения рака легкого. Всем пациентам на дооперационном этапе выполняется многофазная компьютерная томография груди. Но существуют проблемы в дифференцировке границ опухолевого узла и то, что мы сегодня уже обсуждали, в оценке метастатического поражения лимфатических узлов средостения. В оценке регионального распространения хорошо зарекомендовал себя гибридный метод лучевой диагностики, совмещенный позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Однако применение данного метода лучевой диагностики ограничено ввиду того, что больных раком легкого гигантское количество, а отделений, где мы можем выполнить данное исследование, не так много. Ультразвуковой метод диагностики также на сегодняшний момент применяется с целью диагностики оценки местного и регионального распространения рака легкого. Но в большинстве случаев он сочетается с какими-либо хирургическими манипуляциями. Забор жидкости из плевральной полости с целью оценки дальнейшего ее цитологического анализа, а также выполнение различных биопсий, как трансторакальных, так и эндобронхиальных биопсий. На сегодняшний момент в практику обследования больных раком легкого приходит магнитно-резонансная томография. За счет физических основ метода она обладает высокой тканевой контрастностью между мягкими тканями, что позволяет нам более детально оценить распространение опухолевого процесса на грудную стенку и на органы средостения. Но хотел бы обратить внимание, что на сегодняшний момент и, скорее всего, на долгое время в будущем методом выбора в оценке степени местного и регионального распространения рака легкого является компьютерная томография. Но существуют ситуации, когда ввиду того, что у пациентов раком легкого развивается вторичные воспалительные изменения или опухоль сопровождается нарушением бронхиальной проходимости различной степени выраженности от гиповентиляции до ателектаза легкого, возникает при компьютерной томографии существенные сложности в дифференцировке истинных границ опухолевого узла. Не видим границы опухолевого узла, не можем четко определить категорию Т по ТНМ-классификации. И по данным литературы, и по данным нашей работы, точность компьютерной томографии в определении Т-критерий у такой категории больных снижается до 50-70%. Согласно последним статистическим данным, доля больных с местно распространенными и далеко зашедшими формами рака легкого составляет порядка 70%. Хотел бы обратить внимание, что на сегодняшний момент единственным методом радикального лечения рака легкого является
хирургические манипуляции, то есть удаление опухоли. Значит, поэтому существенная важность в дальнейшей выживаемости пациентов является корректное дооперационное определение категории Т по ТНМ классификации последнего пересмотра. Так как опухоль легкого в большинстве случаев растет из эпителия бронхов, то за счет его обтурации в короткие сроки приводит к тому, что развивается ателектаз легкого. На серии представленных компьютерных томограмм в различные фазы сканирования, нативное исследование и постконтрастное изображение мы видим, что имеется ателектаз нижней доли правого легкого, но на фоне ателектаза опухолевого узла мы четко не визуализируем. Не видим опухолевый узел, не можем истинно оценить его размеры, а также его степень распространения. Как же мы можем предположить, что ателектаз вызван именно опухолевым процессом? Да, это обтурация просвета бронха за счет мягкотканного компонента. Но еще существует такой признак, как симптом слизистой бронхографии. За счет того, что просвет дренирующего бронха обтурирован опухолевым процессом, происходит продолжение выработки сурфактанта и заполнение трахеобронхиального дерева таким вот жидкостным содержимым, что будет характеризоваться при компьютерной томографии как зоны гиподенсные зоны, идущие параллельно сосудистым структурам. Значит, какие же можно сформулировать задачи проведения магниторезонансной томографии у больных раком легкого? Первое – это, конечно, визуализация границ опухоли на фоне ателектаза или инфильтративных изменений легочной паренхимы при невозможности разграничения данных изменений по результатам компьютерной томографии, а также подтверждение или исключение распространения опухоли на жизненно важные органы, крупные кровеносные сосуды и грудную стенку. Особенностями проведения магниторезонансной томографии груди является необходимость использования кардиосинхронизации, применение коротких импульсных последовательностей с задержкой дыхания, не превышающей 20 секунд, и обязательное использование парамагнитного контрастного вещества и получение постконтрастных Т1 взвешенных изображений с методикой подавления сигнала от жировой ткани. Получение ЭКГ-синхронизированных Т2 взвешенных изображений дают наибольшую Т2 взвешенную контрастность без артефактов от движения сердца. Получение изображения в режиме кинопетли позволяет оценить распространение опухолевого процесса на сосуды средостения и камеры сердца. Кроме того, на сегодняшний момент широко применяется в практике получение диффузионно взвешенных изображений с целью попытки патоморфологической верификации опухолевого процесса. И на постконтрастных Т1 взвешенных изображениях мы можем оценить истинные размеры опухолевого узла. Был Олег Юрьевич нам рассказал про возможности компьютерной томографии и в оценке стадирования рака легкого. Хотелось бы тезисно остановиться на некоторых моментах классификации ТНМ по характеру местного распространения опухоли. Мы принципиально разделяем стадируем опухолевый процесс в зависимости либо от размера опухолевого узла, либо от того, что опухоль куда-либо прорастает. Так, для Т1 категории просто самый простой – это опухоль меньше 3 см в наибольшем измерении. Значит, если мы говорим про просто размер, то для Т2 будет характерно размер от 3 до 5 см, но опухоль может быть любого размера, в сочетании с обтурацией просвета бронхов, развитие ателектаза либо доли легкого, либо всего легкого. Кроме того, возможна ситуация, когда опухоль распространяется на висцеральную плевру. К Т3 опухоли
Т3 категории будут относиться опухоли, прорастающие в грудную стенку, в том числе в париетальную плевру, диафрагмальный нерв и листок перикарда. К Т4 категории будут относиться опухоли, прорастающие средостение, диафрагму, крупные кровеносные сосуды и бифуркации трахеи и какие-либо другие органы, пищевод или костные структуры, например, тела позвонков. При этом хотелось бы обратить внимание, что если мы по данным компьютерной томографии можем четко дифференцировать границы опухолевого узла, то степень корреляции составляет порядка 96. Да? То есть мы сравниваем данные компьютерной томографии и макроскопические размеры опухоли узла, и они являются практически тождественными. Следовательно, что предполагаемая дооперационная стадия опухолевого процесса и окончательная стадия опухолевого процесса после патоморфологической оценки удаленных препаратов являются практически тождественными. Другая ситуация происходит, когда мы не видим истинных границ опухоли узла. При этом происходит завышение как размеров опухолевого процесса, так и стадии опухоли, что может в некоторых ситуациях приводить к отказу от хирургического лечения больных. Хотелось бы показать это на ряде примеров. Да, при компьютерной томографии определяется явно опухоль от электа, симптом слизистой бронхографии, коническое сужение вплоть до ампутации бронхов. Дополняем данное исследование выполнение магнитно-резонансной томографии при нативном исследовании, которое мы не визуализируем опухолевый узел на фоне ателектаза легкого. Как уже было сказано, что методика требует выполнения и получения постконтрастных Т1 взвешенных изображений, где на фоне гиперваскулярного ателектаза мы видим участок гипоинтенсивного сигнала по сравнению с ателектазированной тканью. Кроме того, обратите внимание, как выглядит симптом слизистой бронхографии на Т1 взвешенных изображений в виде гипоинтенсивных участков вдоль сосудистых структур. Следующая ситуация. На фоне ателектаза нижней доли левого легкого мы опухолевый узел не видим. Однако сомнений, что это опухолевый, что ателектаз обусловлен опухолевым процессом, у нас нету. Что тут обращает на себя внимание? Отмечается коническое сужение просвета левой нижней легочной вены и утолщение перивазального интерстиция, что не позволяет исключить нам распространение опухоли на стенку левого предсердия или листок перикарда. Данному пациенту с целью уточняющей диагностики было выполнено магнитно-резонансная томография, по результатам которой даже при получении нативных Т2 взвешенных изображений в режиме кинопетли визуализируется на фоне гиперинтенсивного сигнала от ателектаза гипоинтенсивная структура, а именно опухолевый узел, что подтверждается на серии постконтрастных Т1 взвешенных изображений. Кроме того, возможность получения ЭКГ-синхронизированных изображений дает нам возможность оценить границу между опухолевым узлом, истинной границей между опухолевым узлом и стенкой левого предсердия. Данному пациенту предполагалось по данным компьютерной томографии категории Т4, что не было подтверждено по данным магнитно-резонансной томографии, и были сформулированы показания для хирургического лечения. Во время операции представлена фотография интраоперационного поля, где удалось хирургам выполнить экстраперикардиальную перевязку нижней легочной вены. Кроме того, сегодня уже поднимался вопрос о характеристиках прорастания в грудную стенку. На данном слайде представлено, что опухоль прилежит к грудной стенке на большом протяжении. Жировые прослойки между опухолевым узлом и мягкотканными структурами грудной стенки не прослеживаются. Однако за счет высокой тканевой контрастности при магнитно-резонансной томографии мы видим, что между опухолью и грудной стенкой прослеживается полоска
плевральной жидкости, что исключает нам инфильтрацию грудной стенки, но, к сожалению, не исключает поражение висцеральной плевры. И, значит, кроме того, большим преимуществом магнитно-резонансной томографии является возможность получения изображений истинных в любой плоскости. При компьютерной томографии в большинстве случаев выполняется получение аксиальных изображений, а дальнейшее преобразование, да, это компьютерная реформация. Так, на данном примере мы визуализируем периферическое новообразование, накапливающее контрастное вещество с неровными, нечеткими контурами. Все признаки злокачественного процесса, прилежащие к межреберному промежутку без четкой границы опухоли узла, что не позволяет нам исключить инфильтрацию стенки, грудной стенки, что является категорией Т3 по новой ТНМ-классификации. Однако получение косоаксиальных изображений и кососагитальных изображений дает нам визуализацию между опухолевым узлом и грудной стенки части паренхимы легкого, что, конечно же, говорит о том, что нет никакой инфильтрации мягкотканных структур грудной стенки и позволяет предположить другую стадию опухолевого процесса. Кроме того, также на фоне ателектаза границы опухоли узла не прослеживаются, имеется деформация стенки левого предсердия, но на части изображения складывается впечатление о все-таки возможной какой-то жировой прослойке между данными структурами. Пациенту было выполнено магниторезонансной томографии, в результате которой на режиме кинопетли мы видим, что стенка левого предсердия в месте контакта опухоли узла и конгломерата вторично измененных лимфатических узлов ригидна, что является признаком ее опухолевой инфильтрации. Кроме того, как я уже говорил выше, возможность получения истинных изображений в любой плоскости дает нам более четкую возможность оценить прорастание опухоли узла. Такая ситуация нередко возникает, когда опухоль прилежит к просвету верхней или нижней полой вены. Во время исследования мы выполняем введение контрастного вещества с большой скоростью под большим давлением, что приводит к депонированию в единицу времени большого количества контрастного вещества в верхней полой вены. И возникает артефакт, да, который не позволяет нам уверенно говорить об инфильтрации. Да, есть признак, что опухоль прилежит на большом протяжении без визуализации жировой прослойки. Но посмотрите, как ситуация меняется при магниторезонансной томографии. Опухоль не то, что прилежит к верхней полой вене, часть опухоли узла прослеживается в ее просвете с наличием артефактов от турбулентного тока крови по ней. В завершении хотелось бы подвести итоги. Да, когда же применять магнитно-резонансную томографию? Только при невозможности визуализации границ опухоли узла при компьютерной томографии или при каких-то сомнительных вопросах, есть прорастание в крупные кровеносные сосуды, перикард или камеры сердца, или нет, что является принципиально важным в дальнейшей тактике лечения больных раком легкого. А показания для проведения магнитно-резонансной томографии груди у больных раком легкого можно сформировать следующим образом. Первое. Это невозможность определения размеров опухоли узла по результатам компьютерной томографии и оценка инфильтрации опухоли в грудную стенку. Уточнение распространения опухолевого процесса при ее перикардиальной локализации на камеры сердца, крупные кровеносные сосуды и в меньшей степени, возможность на перикард. Вроде уложился, благодарю за внимание.